Меня зовут Цветан. Я тролль. Знаете, почему я живу в круто замаскированном бункере? Потому что прямо за дверью меня подстерегает кошмар. По имени Розочка. И раз, два, три, четыре! Розочка — главная заводила у троллей. Она, кстати, не виновата в том, что так счастлива. Просто она не сталкивалась с реальной угрозой. Пока. Кексик? Цветан, на нас только что напал Берген. Берген. Он схватил всех. Папа! Что думаешь делать? Спасу всех и верну домой. Победа! Спасать будешь с помощью скраббукинга? А вот это обидно. I got this feeling inside my bones. It goes electric. Держись! When I turn it on, I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Руку дай. Ручная коробка. Я тебе сейчас... Вот облом. DreamWorks Тролли.